Здравствуйте! Сегодняшний видеовыпуск у нас будет о постановке правой руки, фингерстиль и исполнении арпеджио, то есть переборов на гитаре. Итак, постановка правой руки. На самом деле ее не существует. Просто положили гитару, на гитару руку в нужном месте. Это если акустическая гитара, на обечайку. И расслабили предплечье, кисть. Все опустилось, и она встала в естественное положение. При проекции, если посмотреть на большой палец, у нас получается и указательный, то образуется крестик. Крест такой вот. То есть в пространстве не пересекаются у нас плоскости, не уходят пальцы рук сюда и туда сильно не заводится, просто расслабленная рука. Вот здесь мы видим, у нас в кисти идет прогиб вот тут вот. При расслабленной руке повисшей у нас будет прогиб. Пальцы мы сжимаем, когда исполняем звукоизвлечение, просто нажатие естественное, сжать кулак. Вот. Как будто у нас маленький мячик в руке получается. Вот это положение правой руки. Ничего не придумываем, не напрягаем, не вводим ни туда, ни сюда. Вот получается такое положение. Большой палец как бы стоит отдельно, остальные все в другой плоскости. Вот. При извлечении указательным пальцем струны, то есть нажатие, не от себя, не дергаем никуда, а просто сжатие пальцев. Вот это и есть звукоизвлечение наших нот. Это без опоры, которые, вот, как он, я уже не помню, паянда, по-моему, называется. Давно я занимался классической гитарой. Вот, большой палец исполняет басы. Либо с опорой, соскальзывая на соседнюю струну, либо без опоры. Просто извлекает звук, соскальзывает и уходит вниз. Ошибки какие могут быть? Значит, большой палец не надо никуда уводить, не трогать кисть, она должна быть неподвижная, ничего не менять. То есть естественное сжатие в кулак нашей руки. Вот. И тут звукоизвлечение у нас будет, значит, понятно, с опорой, без опоры. Остальные пальцы играют также, вот нажатие, если вот так посмотреть отсюда, просто вот уходит, как будто сжимая кулак, палец фаланги сгибаются, не вводится в эту сторону, это большая ошибка. Нельзя этого делать. То есть смысл этой постановки естественной. Ничего не предпринимать лишних движений. Правая кисть у нас находится в неподвижном состоянии. Пальцы просто сгибаются. Вот и все. Вся постановка правой руки. Вот. Также у нас бывает еще с опорой исполнение на соседнюю струну и без опоры, просто сжатие фаланги. С опорой у нас более немного распрямленные пальцы чуть-чуть, а без опоры можно немножко еще округлить, но очень незначительно, чуть-чуть совсем. Вот почему мы играем с опорой, то есть у нас появляется устойчивость кисти и бас будет более сильный, более такой насыщенный. Но когда мы перейдем с пятой на четвертую опору, а вот с четвертой уже струны, мы не получим опору на третью, если нам надо исполнять третью струну указательным пальцем. То есть получается, подряд, если сыграть все струны, опора, опора, без опоры, третья струна указательным,
вторая средняя и безымянная первая струна. Вот такое будет у нас движение в правой руке. При исполнении аккорда одновременно по вертикали все звуки, когда мы берем и исполняем, мы также действуем по этому же принципу на сжатие в кулак. Вот у нас одновременно соскальзывают все пальцы 4. Вот. И звучат одновременно, аккорд звучит из 4 звуков. Большой идет противоположно, в противоход остальным пальцам. То есть сжатие в кулак. Вот такое движение будет. Можно опору оставить. В зависимости, какой будет следующий у нас аккорд. И какая аппликатура у нас будет. На мой взгляд, самая идеальная постановка правой руки и физически, как бы она расположена для гитары, это у Андреса Сеговия. У него, сейчас я вам покажу отрывок из видео, а полное видео этого трека я выложил тоже на своем канале. Обязательно посмотрите его. Я в конце видео сделаю ссылочку на это видео. Сейчас давайте посмотрим, как у Андреса Сеговия стоит правая рука. Теперь мы рассмотрим наиболее распространенные переборы для правой руки. Для начала мы будем использовать два аккорда всего. До мажор, тоника и доминанта. Соль 7, мажор и тоника. Итак, поехали. Первое упражнение, первый перебор. У нас, значит, будет два аккорда. До мажор и соль мажор 7. Первый аккорд до мажор берем на пятой струне нотку до третьим пальцем. Соль третья открыта. Вторая струна первым пальцем нотка до на первом ладу прижимается. И первая струна открыта. Вообще принцип такой, что бас у нас контролирует шестую, пятую, четвертую, иногда третью в данном случае. Ну, бывает и вторую. А указательный третью струну контролирует, средний палец вторую струну контролирует и безымянный первую струну контролирует. То есть каждый палец отвечает за свою струну в переборах. И не надо будет нам ничего делать. Но в данном случае триоле мы исполняем немножко по-другому. Бас у нас играет пятую струну и третью открытую струну. А указательные и средние играют нотку вторую струну и первую. То есть до ми получается. До ми, соль, до ми. Все остальные будут упражнения основываться у нас на этих двух аккордах. До тоника, септаккорд. Доминанта соль 7 и тоника.